Здравствуйте! Министерство здравоохранения провело сравнительный анализ данных о подтвержденных заболевших с января 2021 года по июль 2021 год. Было выявлено, что вакцинированные с хроническими заболеваниями являются более защищенными от серьезного течения болезни по сравнению с невакцинированными людьми, не входящими в группы риска. Было выявлено, что вакцинированные с хроническими заболеваниями являются более защищенными от серьезного течения болезни, вызванной коронавирусом, по сравнению с невакцинированными людьми, не входящими в группы риска. Министерство здравоохранения провело сравнительный анализ данных о подтвержденных заболевших с января 2021 года по июль 2021 год с уделением особого внимания данным о тяжелом течении заболевания. Данные показывают, что вакцинированные с хроническими заболеваниями являются более защищенными от серьезного течения болезни, вызванных коронавирусом, по сравнению с невакцинированными людьми в тех же возрастных группах, не входящими в группы риска и без хронических заболеваний. Данные были проанализированы согласно возрасту в различных возрастных группах от 40 лет и старше, и сегментированы в соответствии с наличием хронических заболеваний по данным эпидемиологических расследований и в соответствии со статусом вакцинированных до инфицирования. Сводные данные. Возраст от 40 до 49 лет. 2605 подтвержденных заболевших, которые были вакцинированы без хронических заболеваний, тяжелое течение болезни, у них 7 из и это составляет 0,3%. 31568 подтвержденных заболевших, которые не были вакцинированы, без хронических заболеваний, тяжелое течение болезни у 544 человек, и это составляет 1,7%. 389 подтвержденных заболевших, которые были вакцинированы с хроническими заболеваниями, тяжелое течение болезни у 5. И это составляет 1,3%. 3916 подтвержденных заболевших, которые не были вакцинированы с хроническими заболеваниями, тяжелое течение болезни у 155, что составляет 4%. Возраст от 70 до 79 лет. 725 подтвержденных заболевших, которые были вакцинированы без хронических заболеваний, тяжелое течение болезни у 41, это составляет 5,7%. 3053 подтвержденных заболевших, которые не были вакцинированы, без хронических заболеваний, тяжелое течение болезни у 522, что составляет 17,1%. 727 подтвержденных заболевших, которые были вакцинированы с хроническими заболеваниями, тяжелое течение болезни у 80, что составляет 11%. 2551 подтвержденный заболевший, которые не были вакцинированы с хроническими заболеваниями, тяжелое течение болезни у 526, что составляет 20,6%. Это все на сегодня. Спасибо за внимание и до встречи на моем канале.